Приветствую вас, друзья. Работа под покраску. У нас очень сильно завалено ребро. Вот, видите, да, оно так завальцовано, можно сказать, вовнутрь выперто. Поэтому работа такая нетривиальная, очень сложная. Вот то, что ребрышко это поставить будет на место. Ну, в общем, все, покажем. На железных, а может на пластиках. Итак, работаем. Вот, что мы сделали изначально, мы пробивали Артемовыми пробойниками ребрышко изнутри, там доступ ограниченный, но тем не менее, используя вот такой и вот такой сценарий, пробивали ребрышко. Потом, после того, как закончили, уже теперь силовым ломом большим осуществляем работу. Ну, можно сказать, чистку, но еще, конечно, до чистки здесь далеко. Все равно еще ребрышко не на месте, еще ребрышко подставим на место. Но, тем не менее, у нас уже прорисовывается результат. Вот таким вот ломом мы прокачиваем ребро. Я часто этот инструмент использую в работе, вам показывал его во многих своих видео. Ну и здесь, собственно говоря, не исключение, потому что вот это ножевидное окончание, вот оно позволяет нам эффективно прокачивать именно ребро. Вот. То у кого еще нет этого крючочка, артикул я прикрепляю. 07005, вот такой, это 90-сантиметровый инструмент. Также есть 1,10 м и 60-ка. Итак, друзья, вот такой результат у нас получился. Все, ребрышко на месте. Плоскость на месте, шагрень, как видите, тоже на месте. Мы подкрасили торечек вот здесь, да? Он, кстати говоря, как бы скол был прямо на ребре, но когда ребро встало на место, он у нас, скол ушел во внутреннюю часть, поэтому подкрасили торечек, и все стало очень красиво, и работа из-под покраску превратилась в беспокраску. Так что вот такой вот результат. Мы довольны результатом.